Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Таня из Англии. Наш отдых продолжается в Египте, но сегодня у нас особенный день, потому что у нас годовщина свадьбы. Нашей семье исполнилось 8 лет. Но мы специально приехали для этого в Египет, конечно, но решили годовщину отметить не в отеле, ну потому что в отеле мы 14 дней и приблизительно все то же самое. А сегодня мы поедем в такое кафе, оно называется «Фарша», очень известное в Шарм-эль-Шейхе. Мы там никогда не были, поэтому сегодня решили вместе с друзьями. Наши друзья тоже приехали с Англии, мы с ними встречаемся в старом городе и вместе проведем время. От нашего отеля где-то около 30 километров, поэтому мы поедем на такси или, возможно, на маршрутке. Когда я вернусь уже, я продолжу и расскажу, как мы съездили, сколько это стоило и понравилось ли нам в этом кафе. Поэтому приглашаю вас посетить это прекрасное, чудесное место и отметить вместе с нами нашу годовщину свадьбы. Ну вот, наконец-то моя мечта сбылась. Очень хотела побывать в этом кафе «Фарша» именно вечером. И это вход. Потихонечку буду вам все показывать, что мы закажем. Решили годовщину нашу 8 лет именно отметить в этом прекрасном, колоритном месте. Потихонечку буду заходить вовнутрь и показывать. Это такой вход. Может быть, на камере не очень хорошо видно, но есть такая лестница. Вот такой вид сверху. Спускаешься по лестнице. Очень нравится, конечно. Прекрасное место. Конечно, может быть, камера не передает этой красоты, но в реальности это очень красиво. Как будто бы в музей попадаешь. Очень много старых вещей здесь, но и это создает такую атмосферу восточную. Считается здесь это одно из атмосферных кафе в Шарм-эль-Шейхе. Очень такое посещаемое место. Людей очень много. Пляж «Фарша». Кстати, тут ступеньки очень неудобные. Будьте только осторожны. Место прекрасное, но аккуратно со мной. Спустились вниз. Вот такой вход. С любой точки очень красиво смотрится это кафе. Кафе прямо в скале. Сейчас будем говорим здесь. Конечно, мы очень сытые, но хотя бы просто побывать в этом месте. Может, просто что-то попить. Как все светится, прямо переливается. Сейчас спросили, где хотите, наверху или внизу. Ну, думаем, наверху поинтереснее вид будет, поатмосфернее. Хотя вот внизу тоже интересно. Можно или внизу, или наверху. Сейчас сравним с вами. Такие вот кресла. Диванчик очень удобное место. Попали мы с вами в восточную сказку. Тысяча и одна ночь. Ну вот наши места. Вот с таким видом. Балкончик какой интересный. Дошли мы до своего места, сейчас будем садиться, что-нибудь заказывать и общаться с нашими друзьями. Ой, какое оригинальное меню, супер!
посмотрим, какие цены. 200, 250, но это все цены в фунтах. Заказали мы вот такие разные соки. Очень красиво оформлено. Кушать не хотим, поэтому просто решили что-то попить. Вот такое нам принесли бил счет. Так, в оригинальной коробочке. Ой, все-таки очень красиво. Хотя это, может быть, 100 раз повторяю, но это просто волшебно, я бы сказала. Очень впечатляет. Я в восторге. Мы спускались ниже, а теперь поднимаемся все выше и выше. Музыка такая тоже приятная звучит. Восточная сказка. Ну все, вышли мы уже на улицу. Ой, остались такие приятные впечатления. Очень понравилось. Просто купили натуральные соки, посидели, пообщались с друзьями и так прекрасно провели нашу годовщину. Если вы будете в Шарм-эш-Шейхе, то... конечно, я рекомендую вам это место. Хотя бы один раз. Есть такие места, где, может быть, достаточно побывать один раз. Это впечатление на всю жизнь. Нам все очень понравилось. А, дорогие мои, мы вернулись. Мы просто чудесно провели время. А, расскажу, как мы туда добирались. Туда мы решили поехать на маршрутке, потому что сказали, что маршрутка подешевле. Мы заплатили по $1. Ехали приблизительно 30 минут. Но мы доехали до старого города. И там встретились с друзьями. Немножко погуляли по старому городу. Потом мы заказали такси для того, чтобы доехать до этой кафешки. Потому что там где-то от старого города 3,5 километра. И на четверых мы... отдали $4, тоже по $1. Ну, то же самое, как и на маршрутке, и то же самое такси. Поэтому мы приехали и вместе провели время. Мы были очень сыты, поэтому мы, честно, ничего не стали заказывать. Мы просто заказали свежевыжатые соки. Но там, если честно, выбор небольшой. Там только пицца была, но я пиццу как-то не так уж очень люблю. Ну, еще что-то там. Не было такого, что приготовить какое-то было бы интересное, вкусное блюдо. Если были бы морепродукты, возможно, мы бы заказали. Но мы просто хотели пообщаться и побывать в таком атмосферном месте. Извините, я сейчас на ресепшене, возможно, плохо меня слышно. Вот. А обратно мы заказали такси, потому что, ну, думаем, ехать до старого города, после старого города потом возвращаться еще на маршрутке, ну, займет очень много времени. Поэтому мы просто заказали такси. Вначале они нам сказали $15. Мы говорили нет. Мы говорим, даже за $5 многие здесь добираются. Он сказал нам 10. И в конце концов за $6 мы согласились. Но в принципе $6 это нормальная цена. Потому что мы в отеле здесь у кого спрашивали, за сколько люди едут до старого города, то в основном говорят $5, $6, $7. Поэтому у нас вышла такая средняя цена $6. Если вы будете в этом отеле, я вам специально говорю цены, ну, чтобы вы приблизительно знали. Значит, старый город от $5 до $7 в один конец. Ну, некоторые за $15 ездили туда-обратно. Место очень красивое, кафе вот это Фарша, такое необычное. Я рекомендую вам посетить его. Если у вас есть, конечно, желание и возможность. Вот, так что у нас вот такая годовщина прошла. Во-первых, это замечательно, что мы в Египте. Во-вторых, это здорово, что мы могли провести в таком месте, о котором я мечтала. Я очень давно хотела посетить это кафе и просто посидеть, насладиться такой восточной сказкой и восточной атмосферой. Спасибо большое, что вы со мной, что вы меня всегда поддерживаете. Все, ну, наше видео будет дальше продолжаться, потому что еще многое я вам не показала, многое вам не рассказала. Обязательно оставайтесь. До новых встреч. Всем пока-пока.